гостях у Елены. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня рубрика «Обзор покупочек». Не собиралась за покупочками, просто прошлась, мне нужно было по делу, и не удержалась. Вообще зашла купить себе сок, который я купила на днях, но просто вам его не показывала. Мы купили в дороге, его выпили. Он очень вкусный, я давно хотела найти такой сок, чтобы как бы был он именно таким вот. Вот, просто бутылочку уже мы в дороге были, выбросили, поэтому вот заодно, так сказать, еще набрала. Ну, в принципе, все это мне нужно. Я вам сейчас объясню, для чего. Итак, начну, конечно, с этого сока. Вот такой вот сок, холодный отжим, апельсин. Реально, я хочу вам показать. Не знаю, выдаст эта камера, видите, прямо мякоть. Такое впечатление, что ты покушал апельсин. Понимаете? Вот так вот. Очень вкусный. Всем его очень советую. Вот так он выглядит. Продается он в Пятерочке. Вот такой. Холодный отжим. Как вот, знаете, на морях вот это вот продают на улице. Что хочу сказать. Вот этот вот такой вот сок. Просто у меня старшая сестра Маша в Молдавии. Она мне сказала так. Говорит, если даже ты летом, обычно люди не кушают апельсины, другие витамины кушают, конечно, но тебе нужно обязательно хотя бы вот такой вот сок пить. Обязательно, потому что они вообще считают апельсин и ананас. Это очень хорошие фрукты для организма. И у них они не переводятся. То же самое про ананас. То же самое. Мякоть внутри, ну просто... Очень-очень хороший сок. Вот такой сок, премиум такой. Я покупала уже, камера как-то, разновидные. Помните, я вам показывала? Они разные есть. Видите, тоже мякоть такая, но мякоть здесь потоньше такая прямо на ананасе. А на апельсине прям вот, ну, как будто бы ты скушал апельсин, только без таких загородок. Огородочки вот эти вот, как их там еще называют. Так. Кукурузу купила Хайнц. Вот. Хотела еще горошек купить, не было. Я не посадила в этом году кукурузу. Горошек чуть-чуть, его уже съели без меня. Там, наверное, штук, наверное, 6 кустиков было. Его уже скушали. Вот, это уже я как бы отодвину. Очень советую вам, запоминайте сок этот. И это, по-моему, 110 или 15, 98, вот. Вот это 98, это точно помню. И там была акция. Вот этот вот квас натурального брожения, русский узор. Мы купили один раз с Артемом. Точно так же купили его в Пятерочке, когда в дорогу ехали. И купили 4 штучки. Были очень в восторге от него. Но сейчас он идет по акции. Если покупаешь 2, то 23. Что-то так, если не ошибаюсь. А если покупаешь одну, то 46. Стоит вообще одна вот такая вот баночка. Это квас живого брожения. Очень вкусный. Очень вкусный. Можно свой не делать, а вот покупать, пить. Потому что сейчас не особо хочется возиться. И дел много. Свой квас делать. И потом мы очень часто любим покупать вот такие йогурты. Ферма Осеневская. И вот в данном случае 2,5% с персиком. Мы купили тоже 2. Уже попробовал Артем. В прошлый раз он сказал, давно с персиком не был. Был с клубники. По-моему, с черникой был, он покупал. И 2 баночки сметаны. И 2 вот такие пачки печенья. Это я буду делать. Сейчас еще секундочку, я не вытащила. Еще я купила. Куда я его положила? Сейчас, мои дорогие. Так. Сгущеночку еще там. Я просто забыла вытащить. Вот. Из этого продукта, плюс еще орехи, плюс какао, я вам сделаю быстрый торт. Очень вкусный быстрый торт. Просто обалденный. Он делается и с белым кремом, он делается и с шоколадным. И хочу посоветовать вам покупать вот такую вот... Молоко вот такое цельное, сгущенное с сахаром, это сделано в Белоруссии. Очень. Оно
Понимаете, когда вы открываете, там надо ложку еще не так просто всунуть туда. Замечательное молоко сгущенное, просто советую вам. Видите, вот всегда вот можно узнать, особенно в Пятерочке очень много белорусской продукции. Вот такая каемочка, и узнаешь, что это белорусская продукция. Выбита в это, в наружу, как положено, видите, глубокая Беларусь. И срок годности. Я постараюсь, не обещая когда, но хочу такой вот тортик сделать. Он очень хорош, когда вот вы работаете в саду, ну, короче, летом, когда печь не хочется сидеть у плиты, потому что сейчас пошли закатки, я повторюсь, про закатки в прошлом видео сказала, уже начали спеть замечательно томаты, очень быстро они начали, причем, как я убрала нижние листья вот эти, прям моментально, молниеносно на улице солнышко появилось, вот эти вот оранжевые мы с Артемом обожаем, они очень вкусные, желтые. Вот целый тазище у меня большой. Вот еще сколько у меня. Это он собрал все буры и привез. Они, ну, просто завтра уже будут готовы. Посмотрите, какие они. Целый ящик. Крупные, разные. Там вот внизу он, конечно, положил более спелые. Надо бы поперебирать. Это он мне привез. Потому что я не поеду. Вот. Вот, видите, какие. Эти он отдельно. Я уже один тазик вчера перетерла. Сделала томатный сок. Эти он сорвал и аккуратненько положил отдельно. Вот таких еще желтых 5 сорвал. Они приехал, говорит, были спелые-спелые. Вот видите, какие. Вот такие мы взвесили с Артемом. 700 грамм были. Вот они все. Вот. Поэтому вот так. Вот таких вот привез. В ящике я их сюда выложила, потому что буду уже закатывать. Вот. А эти вот денечек другой, и они все будут готовы. Я ему так и сказала, сорви, потому что когда мы поедем, потом вот такие вот привозят, очень мягкие привозим. И я сейчас просто не поеду, у меня дела тут в городе. Да, кстати, и сливы такие купили. Вот когда уже пошла на помидоры, вспомнила, что и сливы. Сливы сезонные называются. 78 рублей, по-моему, килограмм, что-то так. Вчера я покупала килограмм, и их все съели. И вот еще я подкупила. Вот, очень вкусные, прям. У нас недалеко Пятерочка, поэтому я езжу всегда и покупаю. Так, ну вот так. Хлебушек у нас тоже есть такие. Я знаю, что везде в Москве такие киоски есть с хлебом натуральным, там пекут. Этот хлебушек часто беру, потому что выпекать, там делить тесто на чуть-чуть нам с Артемом я не стала. Это буду делать зимой, зимой приятней. Этот без дрожжей хлебушек, он есть разного типа. Вот. Не буду полностью вынимать. Ну, в общем, вот такой вот хлебушек. Очень вкусный хлебушек. Он, смотрите, он вот такой вот здоровый. И его разрезают на 4 части и продают тоже четвертинками. А вот и красота пришла тут, бегает. Тоже помидорки ей понравились, да, Гусенька? Ах, ты ж моя красота. Такую халву покупаю уже давно, просто не сказала вам. В прошлый раз тоже покупали, ну, мы как бы иногда заходим, покупаем, уезжаем за город. И не делаю обзор, там мне не до обзора. Халва бобруйская, очень вкусная, глазури. Они там есть трех видов. Это, по-моему, 25 рублей один батончик. И я люблю покупать, очень люблю. Всем советую вот такой вот поближе. Ну, кто отоваривается Пятерочкой, они все знают. Это Артем мне купил, я просила ему, не знаю, в Ашане или где, не помню, он говорил. Это посол для красной рыбы, я один раз испробовала. Ну, что отдельно я все приправы добавляю, что вот эти вот прям вместе. Тут сколько грамм? 15 грамм. Вот. И как бы я покупаю. Дальше приправу для корейской моркови. Вот, потому что начинаются заготовки, что-то буду делать, у меня она закончилась. Хотя можно самой ее собрать, сделать, но это тоже время. Крахмал кукурузный у меня закончился, и тоже он мне купил одну упаковочку. Вот такие покупочки, что касается еды. И вот эта вот Бусинка, привет всем скажи давай. Ах ты, тут немножечко это для гигиены, это как всегда. Очень, кстати, понравился уже третий раз. Не как всегда, к третий раз покупаю такую новинку Adidas для Артема. Себе купила. Закончился у меня Нивея. Мне очень понравился. Я еще в Кишиневе его покупала.
Это тоже для интимной гигиены новинка. И это тоже. То есть не буду вникать в это. Так, такого плана у меня не было. У меня три вида я покупала, а этот другой для устранения легкого раздражения еще. Вот. Ну, то есть вот так, мои дорогие. Ну что ж, буду прощаться с вами. Желать вам, как всегда, всего самого доброго, самого хорошего. Удачи во всем. Счастья, мира, добра и благополучия. И пусть в вашем доме всегда будет все, что нужно для вашей семьи. А главное, мои дорогие, здоровье. Остальное все приложится. Пока-пока. Как всегда, с вами была ваша Лена. Вот она, бусинка, еще так. Может, она спала тут? Ах ты, моя девочка, спала тут со мной, да? На постельке бусинка спит, да? Да, моя бусиночка. Послушайте, как она урчит. Что такое? Вот так мы можем даже. Бусиночка. Бусечка. Ах ты ж моя красота. Эх ты моя девочка, вот такие мы большие, вот такие мы красивые, проснулись только. Еще чего-то тут куняем, да? Взяла, им не доспала бусинка, да? Да, соскучилась по мне, да? Соскучилась, так что, как видите, бусинка прекрасно себя чувствует. Смотрите, какая она уже большая. Скоро поедем прививочки делать в следующий месяц. Да, пусечка? Я ее бусинка, бусинка еще всячески называю. Вот такой вот тигрулька такая. Покажи животик, люпардик. Давай животик покажи всем. Покажи, сказала, животик. Ну давай, игрулька, видите, какой пятнышки. А, ах ты. Ну давай, тебя хотят подписчики. Хотят видеть бусечку.